Хей-хей-хей, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале, с вами доктор, и это Акупи Марс The Game. Продолжаем с вами строить ошеломительную, умопомрачительную, короче, супер базу на Марсе. В общем, без лишних прелюдий приглашаю вас присоединиться. Для поддержки сразу поставите лайк. Если есть желание поддержать не только лайком, добро пожаловать по QR-коду. Есть что сказать, конечно же, пишите. А сейчас устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Здесь у нас потихоньку пусть все растет. Мне необходимо, пока идет у нас день, необходимо зарядить вот сей аккумулятор. Что у нас вообще как с зарядом идет? По идее, это как бы нужная вещь. Да, он не особо-то сильно-то и заряжается, я вам так скажу. Маловато будет. Вопрос другой. А где я могу получить второй уровень? Ну, это вроде как в электричестве однозначно. Второй уровень панели солнечной. Вот она, солнечная панель. Средняя солнечная панель. Так, что мне для этого понадобится? В целом, это надо идти вот в этом направлении, получается, да? Угу. Так, это несколько печально. Так, ладно, давай тогда от Седова мы возьмем. А, где у меня? Вот он. Шестерка. Надо зарядить наш... Ну, что ты выдернул-то? Ну, что за безоб... Ёперный театр-то, а. Ну, это нормально вообще. Взял, выкинул. Воткни обратно. Еще раз. Вот сюда мне надо воткнуть. И вот сюда надо воткнуть. Чтобы вот этот агрегат начал немножко заряжаться. Вот. И давай посмотрим, что там у нас. Я могу только вот так сделать. Тогда 5 сюда пойдет. 30 сюда пойдет. Но это прям совсем будет у нас фигня, по идее. Долго будет заряжаться. Давай мы обратно вернем наши 35. Пусть он туда заряжает 35. Там есть еще одна база. По-хорошему. Давай мы вот так сделаем. Там у нас аккумулятор вроде как немного заряжен. Поэтому на нем еще сейчас чуть-чуть подержится. А тут давай зарядим полностью. Опа. Так. Сюда пошел у нас сейчас весь заряд. Именно сюда пошел. 20 киловатт максимум. 20 киловатт это потолок, который для зарядки данного агрегата нужно. Воу-воу-воу-воу-воу. Не надо так. Не надо так. Зачем ты так? Все, 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 все. Еще и коннектор сдвинулся. Все, 20 киловатт у нас пошло. Он сейчас довольно быстро все эти 20 киловатт заправит нам наш агрегат. И мы с вами поедем, ребята, дальше. Надо, наверное, понаблюдать, когда он перестанет потреблять. Тогда мы готовы будем пользоваться нашим... Чё? Чё? Ну чё началось-то опять? Ёперный театр-то, блин. Вы достали, честное слово. Брось как. Так, теперь 6. Воткни сюда. Воткни сюда. Пусть работает. Максимально заряжается аккумулятор. А то мы сейчас потратили больше, чем надо. Вот пусть это все дело сейчас заряжается и работает. Можно, конечно, за 6 часов сгонять, попробовать. Но это опасянски. Что-нибудь сейчас налетит обязательно, как обычно. Знаете, как это бывает. Ну, я предлагаю переждать бурю. Там уже и день закончится. Мне строить нечего. Ёперный театр. Давайте, короче, будем строить еще вот так вот. Ну а что? Будем энергии. Мне нужна энергия. Энергии мало. Поэтому будем делать энергии. Ехать сейчас куда-то смысла нету. Потому что сейчас вот того-того, гляди, буря начнется. Так, трансформатор. Еще один. Давай, подымайся. Так, подожди. Нет, нет. Ты не так, нет, нет, подожди. А зачем ты сам-то повернулся-то, ёпарасоте? Кто тебя поворачивал-то? Вот, на. Так, и еще 4 батареи сейчас поставим. Чертежи батарея. Потому что там еще и потом нам надо будет чистить все эти панели.
учитывая, что будет буря, если... Если будет буря, конечно. Возможно, что-то другое будет. А-а-а, пакет с шурупами кончился. Ну, ёк-макарёк. Так, а я что-то разгружался, по-моему, там. Да, поехали. О, электричество дали. Это хорошо. Итак, что у нас тут есть? Нет, шурупов у меня тут, к сожалению, нету. Но я могу распечатать шурупы. Шурупы могу распечатать, шурупы. 5 штук или 50? 50 получается. Хорошо. Так, ну давайте, пока время есть. Так, что я, кстати, открыл-то? Здесь. Так, так, так. Нужен чертеж, эффективная фото... Фото чего? Фото... Фотовольтаика. Блядь, колотить-то. Так, антенну нам надо по-любому открывать, я так понял. Чтобы нам сюда двигаться. Батарейный стеллаж. Да погодите вы до батарейного стеллажа. Мне надо вот это... я смогу открыть только если я оба, что ли, пути пройду. Серьезно? Блин. Ну, это тогда такая шляпа, я вам скажу. Так, время пока вроде есть еще. Пошлите вон тех попилим. Я думаю, это будет гораздо быстрее, учитывая, что у меня уже второго уровня болгарка есть. Это будет побыстрее. Вот эти вот распилим колодцы. Там, по-моему, электроника должна быть. Что там? Через 3 часа опасная погода приближается. Давайте по-быренькому вот это все распилим. Да, электроника, солнечный элемент, хорошо. Так, я такими методами все 3 часа буду пилить, ё-моё. Одну штуку только. О, давай вторую. Так, новый технологический пункт, это хорошо. Так, шикарно, надо будет потом вернуться сюда, допилить это все. Потому что время на исходе. На самом деле, несколько очково. Ближайшие 3 часа. То есть, где-то к 5 часам у нас появится беда. Сейчас время 3. Ну, в принципе, еще можно попилить маленько. Технологическим пунктом займемся потом, ребят. Когда уже будем там в капсуле пережидать. Все равно время делать, заняться нечем будет. То есть будем коротать время и будем вот этим вот заниматься. Сейчас пока вот это все надо напилить побольше, чтобы у меня был материал. Было из чего строить. Так, все уличное, короче, убранство я все тут спилил. Это хорошо. Внутри что нам есть? Интересно, что попилить можно. О, вот это давай. Тут наверняка электроника есть. Может быть была, не помню. Не заметил. Так, что это? Пили. Не может разрезать этот предмет. Подумаешь. Это что у нас там? Что дало? Электродвигатель дало. Так, все. Валим отсюда. Валим, валим, ребята. Валим. Где? Где мой замечательный конь? Пошли. Поехали скорее, братан, поехали. Быстро, 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 быстро. В капсулу. Будем пережидать в капсуле. Тик, все. Я в домике. До свидания. Закрыли. Материалы куда будем вкладывать? Че, метановый бак, что ли? Малый коридор, что ли? Ну как, куда вот это все вот, ну... так, это у нас все равно сюда, все равно туда. Ну, пошли сюда, короче, что теперь делать? Давай. Там он, дробилка у нас откроется как раз. Че, говоришь? Ну, ладно. Так, что у нас там? Как обстоят дела? Вот, по-моему, это может быть моей ошибкой, ребят. Давай я вот так вот. Ага, нет, возможно, сохранить данный момент. Короче, сейчас что-то начнется, а я поехал, да? Что-то сейчас начнется, а я поехал. Так, открывай, давай. Достроим трансформатор хотя бы.
Все. Теперь поехали назад. Да, начинается. Метеоритный дождь, серьезно? Так, ну его, наверное, лучше нам переждать здесь. Ё-моё. Ну, кажись, началось, ребята. Ёлки-палки. А где звук? Я бы метеоритный дождь понаблюдал бы со звуком. Блин, ну такое обновление сделали. Типа так его прям преподнесли. А где звук-то, ёк-макарёк? Почему звуков-то нету? Ну ладно, ребят, понаблюдаем за беззвучным метеоритным дождем. О, летит. Сейчас вот тут что-то бабахнет. Бабах! Ух, смотрите, сколько тут ресурсов сразу развалил. А это что за куб такой прозрачный? Так, на меня там ничего не летит. А это что значит? А, ничего. Ладно. Эта плазма застыла в пространстве. Смотрите, тут тоже. А ее можно разобрать? Нет? Вообще прикольно, кубик какой-то повис в воздухе. А, все, исчез. Вот, висит. О, о! Ауч! Вставай давай, вставай! Давай быстрее, быстрее! Бегом, 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 забегай! Закрывай! Закрывай. Обалдеть. Так, давай. Да выпендривался. Получил люлей. Ну, давай отремонтируем. Что теперь? Все, отремонтировал. Хорошо, вот капсула выдерживает подобные напасти. Сколько ресурсов валяется, ребята. Так, что? Энергия скафандра 50%. Ладно, это не страшно. Страшно то, что в меня тут разок попало. Это страшно. Давайте вот материал соберем. Вы посмотрите, сколько тут ресурсов-то. Это же просто мана небесная. Я думаю, это прям надо собирать. Потом все это дело печатать. Только надо поглядывать, чтобы в меня тут ничего опять не прилетело. Прям как хорошо прилетел метеорит куда надо. Молодец, метеорит. Спасибо тебе большое, друг метеорит. Обалденно, ребята, смотрите, сколько тут. Тут и железа, и кремний, все есть. Все, что хочешь. Зонт. Да и отвалите вы со своим зонтом. Так. Ну, в целом неплохо. И что там, метеоритный дождь кончаться собирается, нет? А то мне несколько неуютно бегать под метеоритным дождем. Камушки с инвентаря. О! Шикардос, ребят, шикардос. Так, метеориты до сих пор летают. Не надоело вам, а? Вон они прямо вот сюда попали, видали? Прямо вот, вот куда попали. Растения увядают. Ну да, понятно, что увядают. Кончилось солнышко. Надо будет сейчас батарей с утра понастроить побольше. Так, все, пошли баньки. Только единственное, что пока я не поем, наверное, я не посплю. Все ничего, ребят. Ну вот у меня еда кончается. А растения там не особо сильно-то растут. Так, ладно, давай. 6:30. Спи. Тут, короче, наваляли мне по полной катушке. Ё-моё, тут вообще просто трындец. Блин, ну это, ну, ну,
Ну, ё-моё-то. Да уж, ребята, это просто какой-то трэш. Так, ну у меня здоровье пока что есть. Но вот это надо прям срочно приводить на замену. У меня малая плата печатная, ее нету. И они мне ее не ворачивают. Да, ее разбило. Растения увядают. Да понятно, что увядают. Что им еще делать-то? Обалдеть, ребята, мне все тут разнесло. Полный трэш, полный кирдец вообще. Капец. Так, быстро. Быстро ставим аккумулятор. Где у нас? Вот. Аккумуляторная батарея. Поднимай. Поворачивай. Вот так нам надо. Вставляй. Так. Улучшение аккумулятора. Где-то у нас чертеж. Улучшение аккумулятора. Давай. Так. Чё? А, пока не построишь. Понял. Ставим. Да, малая монтажная плата. Ну, кто бы сомневался. Я так и знал. Так, ладно, ребят, поехали за малой монтажной платой. Ее надобно приличное количество. Поехали. Так что коробочка для монтажных плат полезная вещичка. Вот это вот что тут? В прошлое можно вернуться? Нет? Малая монтажная плата. Делать я ее пока что не могу. Ну, у меня она есть. Но немного у меня ее, по идее, ребята. Малой монтажной платы. Две штуки всего. И одна поломатая. Ее можно подремонтировать. Но это потом. Поэтому у меня сейчас пока ограничения довольно серьезные. Так, ладно. Я надеюсь, не так часто это будет у нас тут происходить. Подождите. Давайте мы для начала запустим самое основное хотя бы. О, это что, упало? Так. Что нужно сделать? Нужно поставить трансформатор. Без него у нас фокус не получится. Давай ставим трансформатор. Варим. Да. Но. Отлично. Берем. Солнечную панель надо поставить. Так. 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 Варим. Так, у меня есть еще одна монтажная плата. Ее надо отремонтировать. То есть это мне нужен будет верстак. Так, давай, шестерка. Цепляемся сюда. Давай, включай сюда. Сюда. Шестерка. Давайте, пока время есть. Сюда. Сюда. Шестерка. Давай. Шестерка. Блин, как бы у меня растения совсем не завяли там. Так. Так. Здесь у нас первый выход. Берем. Прям сотня сразу. Пошли. Сюда. Пошли. Так. Шестерка. Сюда. Сюда. Так, отсюда выходим. Максимум шлепаем куда надо. Все равно будет брать сколько надо только. Берем, сюда втыкаем. И идем сюда втыкаем. Все, погнали. Че у нас тут, как дела обстоят?
тут тоже нормально так повредило, всего по чуть-чуть. Ну, этой горелкой я тут вряд ли что сейчас. О! О! Так, все, заработало. Все потихоньку заработало. Надо починить панель, которая у меня лежит. Точнее, малая монтажная плата. Ее надо починить срочно. Вот, у меня есть здесь малая монтажная плата, и ее надо и можно починить. Так, средняя монтажная плата мне сейчас не нужна. Так, а, что тут еще из материалов, что есть? Ничего из материалов, больше ничего нету. Все, ехали чинить малую монтажную плату. Так, полностью заряжаться не буду, потому что и так уже времени потрачено куча. Так, что надо? Мне надо к столу. Ага. Электричества не хватает. Так. Давай мы вот это пока что выключим. Все равно не хватает. Да. Пока что давай мы тебя выключим. Мне необходим вот этот стол. Плату ремонтировать надо. Вот эту плату надо отремонтировать. Починить. Так. Блин, вспомнить бы еще. Как это? А, вот. Это вот где-то вот тут. Так, и тут у нас получается тоже вот. Нехватамба. Так, вот такая штука. Вот она, я ее вижу. Взял. На месте установил. Так. На месте. Хорошо. Так, установил. Допустим. Теперь нужно паяльник. Так, понял. Есть. Хорошо, здесь. Есть. Хорошо. Так, здесь у нас, видимо, еще где-то есть. Да, вот он. Ну, помаленьку разобрался. Ауч! Одна попытка осталась. Есть. Так. Пришлось чинить плату, но оно того стоило, я ее починил. И надо срочно, ребята, прям дофига времени я на это потратил. Надо срочно ставить еще один трансформатор. И еще 4. Так, где, подожди. Ну, что ты, зачем ты сюда? Мне нужны чертежи. Трансформатор. Поворачивайся вот сюда. Поднимайся вверх. Ставим. Варим. Так, все должно хватить. Хорошо. Так, теперь нужны вот эти вот. Их надо разобрать. Там детали нужные. Электроники маловато прилетает. Погорела вся. Вот это, ребята, вообще одно попадание, и как не было у меня тут электроэнергии. Это капец, конечно, трындец полный. Так, мне хватает буквально еще на одну батарею только. На одну панель, точнее. У меня две... А сколько у меня вообще электроники? Да, у меня там немного их, электроники. На одну, может, на две панельки хватит. Так, ну ладно, хотя бы я сейчас запущу. Давайте, наверное, запустим, чтобы у нас батарейки-то этот... Растения совсем не садились. Да, электроники хватает только на одну. Это грустно. Так, шестерка. Нажимаем, втыкаем. Погнали. И это сюда. Воткнул. Тут все у нас приходит. Выход один
на все. Так, давай от Седова. А, давай-ка мы вот еще вот эту батарейку отсюда вот сюда воткнем. А вот отсюда вот так возьму. Опа. И сюда вот так вот. Нет, не сюда. Вот сюда вот. Опа. Так, отлично. А, значит, что, у меня сейчас на... Здесь 5, 10 должно быть. Да, 10 выходит киловатт. Здесь у тебя должно 10 и 15. То есть 25 киловатт. То есть 25 киловатт сейчас у нас пошло. Вот. Все. В целом пошел процесс. 21 там и 8. Это как раз то, что надо, ребята. Ух, так, теперь давай. Будем допиливать и доваривать. Ну, на ночь это, конечно, не хватит. Навряд ли. Так, у меня уже технологические точки, две штуки доступны. Обалдеть, елки-моталки. Я тут планы, тут смотрите, какие набросал-то. Ага, планы, блин. Тут прилетел метеоритик, и все планы меня расставил по местам. Вот вам и планы. Че еще? Ремонтируйте. Чего? Предупреждение. А, состояние инструмента. Инструмент у меня опять поломался, но это мы сейчас исправим. Так, еще одну антенку мне надо, по идее, но уже смысла нету. Это у нас уже на завтрашний день, а для этого мне нужна электроника. Электронику, в принципе, я могу сделать, это не проблема. А, давай еще раз, мне нужен вот этот инструмент, его надо починить. Так, еще раз. Занеси сюда, положи, почини. Отлично, спасибо. Пока его чинят, я думаю, надо сгонять в срочном порядке туда. И сделать. И вообще забрать оттуда все эти вот сюда, в этот принтер. Слушайте, этот куб так висит. Что за куб? Зачем он тут висит и почему он тут висит? Непонятно. Какая она грязная, а? Но зато спасла мне жизнь, ребята. Думаю, мастерская бы не выдержала, так как эта капсулка. Так что тут такой себе момент, знаете ли. Так, это я забрал. А что еще я отсюда могу забрать? А, давай распечатаем электронику. Ага. Да, электронику мы распечатаем там. Все, я понял. Все, опять растения увядают. И я понимаю, почему. А, потому что закончилась электроэнергия. Так. Ну, вроде пока у них там здоровье есть у растений. Давайте запустим, пусть их маленечко еще пополивает, пока хватает электроэнергии. Так, это забрать надо. Взять. Ага. А это давай починим. Болгарочку-то тоже нормально так вшатал. Так, а это давай вот сюда. Питание отключено. Справедливо. И сейчас питание лучше пока не трогать, я думаю. Ладно, пусть пока так. Так, что там, болгарку починил? Отлично, так, взять. Теперь давай все это дело положим на место. Ну, главное, я выжил, ребят. Вот вопрос. Точнее, вот момент довольно важный. Я думаю... Пережить, наверное, надо нам это дело там. Да, потому что здесь будет опять холодно. Опять, что ли? Да вы издеваетесь? Серьезно, а как играть-то? Если такими темпами тут будет все происходить, так я вообще ничего тут не смогу сделать. Это несерьезно. Это вообще несерьезно. Что-то погоду тут с погодой перемудрили после обновления. Ладно, если это просто ураган там будет.
Так, давайте пока, что он там в низком содержании кислорода, да, давайте посмотрим технологическое древо. Что у нас тут понаоткрывалось? По электроэнергии. По электроэнергии... чертеж большой. Да, ребят, тут по электроэнергии необходимо открывать. Необходимо находить планшеты забытые, которых пока на данный момент не имеете. Шкаф у меня есть для постройки. Метановый бак. Так, ну вот тут можно двигаться, в принципе. Ну вот тут давайте... Так, от метеоритного дождя, ну вот эту вот шляпу, наверное, делать надо. Не знаю, что потом с ней делать. Давай. Да, да, да. Именно так она и говорит. Так, ну, как-то так. Вода пока что вроде есть, поэтому... Чё там будет опять? Вот чё вот там будет? Это, конечно, капец. Давай до 6 будем спать. Песчаная буря, ребята. Короче, растениям, наверное, мне не моим не выжить. И сколько эта песчаная буря будет длиться, интересно мне знать. Да ну какой, ты чё, блин, мне бы самому тут не разрушиться, ты мне тут предлагаешь, ага. Меня тут решили ознакомить со всеми возможными аномалиями разом. В одной серии, наверное. Безобразие какое-то. Ну и чё, я тут сейчас вообще вот... Чё буду делать-то? Да ничего, там, чё у меня в инвентаре? Так, углекислый газ есть, то есть воздушный компрессор есть. Подуть есть чем. Ладно, на этом хотя бы спасибо. Давай ждать. Я не могу выйти, мне по-любому надо там. Чё там время? Вот 9:50, 3 часа. Хватит, надеюсь, бури. 3 часа побурить. Да, буря закончилась. Это радует. Растения увядают. Пошлите быстрее. Так, тихо. Чуть-чуть не дернул. Ай, как опасно было. Все. Погнали. Бегом, бегом, бегом. Ребята, бегом. Надо запускать. Чтобы пошла зарядка в полный рост. Так, быстро-быстро. Четверка. Дуй. Задул настолько, что вы видали. Сейчас он полностью почти круг замкнутый. То есть он практически не работал. У нас панель. Обалдеть. Ну, слушайте, первый раз, когда я запускал игру, это было не настолько жестко. Сейчас это прям по жести. Надо, конечно же, настраивать защиту от метеоритов. Потому что, вы видали, один метеорит попал. И все, и у меня все просто встало колом. Ух, ребята, так, давай. А мне надо электроники две штуки. Только давай в инвентарь. В инвентарь покладем вот это. Теперь еще раз на распечатку. Электроники. Две штуки. Печатаем. Забрал. Пошли. Поехали. Так, шестерка. Воткнул сюда. И воткнул сюда. Ух, ребята. Так, ну вот это надо спилить пока что. Вот это трэш, слушайте. Вот это дичь полнейшая. Это какой-то... Капец вообще, что происходило-то, ё-моё. Обалдеть. Так, что у нас тут? Пришло 35, 21,3 ушло. Аккумулятор заряжается, но крайне-крайне мало заряжается.
А в целом, хочется, не хочется, нравится, не нравится, ребята, а надо переться на обследование новых территорий. Во-первых, монтажные платы нужны. Во-вторых, нужен, собственно, и... нужна еда, потому что на картошку пока что надежды нету. Вот. Учитывая, как она долго растет, это прям не скоро у меня что-то там будет урожая подобное. Так что, да, надо ехать, надо изучать новые базы, разбирать как минимум их, привозить материалы сюда. Вот. И надо будет сейчас посмотреть, вот коробочка для микросхем. Я ее изучал, нет? По-моему, изучал, да, я ее, мне пришлось ее изучать, и, по-моему, не зря. Сейчас аккумулятор в скафандре дозаряжу. У меня есть запасной аккумулятор, но мне на него времени сейчас пока не хватает. Все. И у нас что, даже батарейка не разрядилась. Да, не успел он разрядиться. Это замечательно. Но, правда, и зарядиться он нифига не успеет у нас за ночь. Ну, ладно. А, по крайней мере, у меня растения все успеют сейчас оклематься до вечера, я надеюсь. И потом ночку они перетерпят. Тоже на это надеюсь. Так, дружище, тут вот такое дело. Надо наполнить. Ага. Не буд... А чё бутылку с водой? Подожди, а чё, воды нет, что ли? Ну, есть же вода. Чё надо-то? Чё тебе надо-то? О, ты какой, а? Ишь. Все. Воды налил. Ну, в целом, ладно. Восстановил потери от метеоритного дождя. Это хорошо. Это замечательно. Вот только с едой прям засада. И надо ехать. Нравится или не нравится, это не важно. Надо рвать когти. Блин, опять 50% заряда аккумулятора на нашем мотоцикле. Ладно, должно хватить. Я надеюсь, по крайней мере. Короче, 25. Если я не доехал до какой-нибудь базы, значит, едем обратно. У нас времени немного. Буквально 3 часа игрового времени. Это сгонять до ближайшей базы и обратно. Потом надо будет вот это вот крокодила ставить на зарядку. Так, электричества в баге хватает, поэтому я думаю, правильным будет проехать вот до той базы, если я до нее доеду. Потому что по этой базе, по-моему, мы уже пробежали с вами, подсобрали, по крайней мере, малые монтажные платы мы тут собрали. А это сейчас основное, что мне надо. Это основное, что мне надо. Малые монтажные платы. Это мне нужны планшеты. А это я здесь уже подсобрал. Ну, еще, может быть, если что-то разберем, появится. Но лучше вот проехать туда. Если я, конечно, доеду. Что там, 37%? Да должен, по идее. Я пошел. Так. Что у нас тут имеется? Если еще найду еду, это будет вообще хорошо. Так, что это у нас? Твердоракетное топливо. Ну да, оно как раз сейчас надо. Давай малую монтажную плату. Это не малая монтажная плата. Так, электроника пойдет. Еда. Отлично, это хорошо. Так, что еще у нас тут есть? Ну вот это тоже, конечно, важная вещь. Что там у нас с инвентарем? Но потом малую монтажную плату некуда будет положить. Слушайте, такая здоровая база, и что, ничего нет, что ли? Завязывайте, не может такого быть. Ё-моё, бутылки. Кто-то в бутылочку играл? Или что? Так. Здесь что? О, еда. Чё говорит? Сброс контейнера с ресурсами. Так, ты кто? Какая монтажная плата?
большая монта. Блин, жалко оставлять большие монтажные платы. Ну, да ладно, пусть лежат пока. Придется. Так, сюда пошли тогда. Так, ты кто? Бутылка воды. Это, конечно, хорошо. Давай планшет сперва возьмем. И сразу его зачитаем. Ночное видение. Следствие инцидента, при котором спасательные работают. Так, понял я. Ночное видение я получил. Это хорошо. Радио, доска. Так, подожди. Это у нас ракетное топливо. Вот насколько оно мне вообще сейчас надо? А вообще надо. Я же буду потом... Да, надо, надо, ребята. Потом мне надо будет защиту делать, чтобы больше на меня вот так не летели эти страшные вещи в виде... Так, а что, все что ли? Тут больше ничего нету. Блин, а где малые монтажные платы? Я специально сюда ехал за малыми монтажными платами идти-колотить. Это несерьезно. Че, придется ехать назад? Давайте хотя бы большие монтажные заберем, которые тут были. Не оставлять же их в самом-то деле. Радует, что я подобрал сколько еды. Переработанных продуктов. 3. В принципе, это неплохо. Неплохо, ребят, неплохо. Какое-то время я еще протяну. Возможно, успеет вырасти картофан. Ладно, надо ехать назад, а то сейчас потемнеет. И это будет нехорошо. Так, ну цель следующего моего путешествия — это раздобыть малую монтажную плату, построить еще один трансформатор и несколько солнечных панелей. Слушайте, ну дается вообще выживание гораздо сложнее, значительно сложнее, чем в прошлые разы. Потому что открываются технологии прям сложнее. У меня, ну, нету возможности как-то куда-то на что-то там повлиять. Больше отсутствует ресурсов. То есть ресурсы-то вроде как бы есть, но я не всеми ими пока что могу пользоваться. Вот я надеюсь, где-нибудь, может, открою изготовление монтажных плат, хотя тоже навряд ли я сейчас это смогу себе открыть или позволить. Поэтому будем в поисках именно малых монтажных плат двигаться. Да, вот такая вот Петрунька. Ну, в целом, конечно, надо сказать, путешествие прошло нормально. На большую хотя бы монтажную плату забрал, 3 еды нашел. В целом неплохо. Чё там ворнинг? А, ну, сейчас похолодает. Это я понял. А на этом, ребят, на сегодня будем завершать. Понравился ролик — ставьте лайк. Есть желание поддержать не только лайком — добро пожаловать по QR-коду. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Да пребудет с вами Джойстик. Всем пока. До скорых встреч.